начальнику штаба фронта генерал-полковнику Захарову. Войска 2-го Украинского фронта сегодня, 4 апреля, штурмом овладели важным промышленным центром и главным городом Словакии. Ребята, и дом над рекой, банки, гуманчика, девушку с тобой. Я хочу собаку и кошку и гармошку. Я хочу на дачу поехать с тобой. Хочешь ты посмотри, а любимая твоя, утром и звезды, и море твоя. Нам лесо живется, нам нравится жить, как свободные птицы, весь мир облегчит. Сейчас смеется с леки, хорошие друзья. Сейчас у нас спокойный смерть моя. Ребята, и дом над рекой, мальчику, мальчика, девушку с тобой. Я хочу собаку, и кошку, и гармошку. Я хочу на дачу поехать с тобой. Хочешь ты посмотри на руки края?